Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте на странице 70 выполним задание под номером 6. Мудрая черепаха, любительница путешествий, побывала во всех странах Севера Европы и везде сделала фотографии. Подпиши их. Подумай такую подпись, чтобы было ясно, в какой стране сделана фотография. Давайте посмотрим на первую фотографию. Это скульптура русалочки. Те, кто прибывает морем в столицу Дании, Копенгаген, встречает на берегу знаменитая скульптура русалочка. Это героиня сказки великого датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Следующее. А достопримечательность находится в Финляндии. Это аквапарк. Финляндия славится своими аквапарками. Слово «аква» означает «вода». Аквапарк – это замечательное место отдыха, где есть бассейны, высокие горки, искусственные водопады и многое другое. В аквапарках любят бывать и финны, и многочисленные туристы, особенно дети. А еще дети и взрослые любят ездить на север Финляндии в гости к Санта-Клаусу. Следующая достопримечательность находится в Норвегии. Это фьорды в Норвегии. Фьорды – это самая знаменитая природная достопримечательность Норвегии, которая возникла благодаря ледникам. В течение тысячелетий ледники, медленно сползая с гор, прорезали в скалах глубокие ущелья, которые заполнила морская вода. Следующая фотография – и достопримечательность – вулкан в Исландии. В Исландии много вулканов, но особенно знаменита она своими гейзерами. Гейзеры – это источники, выбрасывающие вверх струи горячей воды и пара. Фонтан кипятка из самого большого гейзера достигает 50 метров высоты. И родина Карлсона – город Стокгольм. Стокгольм – это столица Швеции. Стокгольм – очень красивый город. Швеция – это родина знаменитой писательницы Астрид Лингрен. Она придумала историю о малыше Карлсоне, который живет на крыше. Вместе с соседом по парте проведите взаимную проверку работы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.